Всем привет, с вами Бельчи на ВК, и сегодня я вам покажу вот такой вот аппарат, который мне пришел. 5,5 дюймов тут рабочий экран. То есть, давайте посмотрим, чтобы вас не томить. Вот такая вот коробочка. Видим сам телефон. Зарядочка. Кабель USB для синхронизации вашего ПК. Наушники внутриканальные. Батарейка у нас на 3500 мАч. Какие-то бумажки, защитные пленки. Две защитные пленки. Ну, в общем, это нам не нужно. Давайте отложим в сторону. И перейдем непосредственно к телефону. Вот такой вот у нас телефон. Давайте его откроем и посмотрим. Махина, да? Не понял, ребята, а что это такое? Что это такое? Это что, телефон пришел без экрана? Ребятка, это шутки. Это мой старый телефон, который я разбил. Который мне не нужен. Нет, пришли вот на самом деле вот такие вот три шапочки. Заказывайте, если кому-то нужна шапка на зиму, уже холодно очень. Если у кого тоненькие еще. Вот такие три шапки пришли за 23 дня, если я не ошибаюсь. Заказывайте такие шапочки. Вот одна Нью-Йорк. Вот такая вот Obey. Какая-то фирма. Такая знакомая, но не помню, что она означает. И вот есть вот такая вот шапочка рэперская, называется One of a Kind. Что-то переводится вроде один из рода. Так что есть вот такие вот шапки в наличии. Если кому нужно, заказывайте. Всегда оформлю, подскажу. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. С вами был Димас Ростовцев, подписывайтесь, Бельчи на ВК, пока-пока.